Я так понял, вот эти вот оранжевые, это типа эти премиум. Да, оранжевый чат. Ну вот в оранжевом в чат пишут, наверное, премиум. Нет, это просто в мир чат. Так вот где-то сейчас. Ну, я тебе сейчас покажу. Можешь смотреть в чат. Топ, ты в шестом канале? Да. Да, но я твое сообщение не видел. Ну, что-то не отправилось. А, вот. Нет, это не ты. Под капсом нельзя писать? Нет. А-а-а. Хотя некоторые пишут. Во. А цукуя. Странно. О, я вижу, ты левел 9. Ты сейчас вали или где? Слышь? Я что-то не понял немножко. Что-то не понял. Где сторожевую башню гоблинов найти? Я нашел гигантскую сторожевую башню гоблинов, но она что-то не подходит, видимо. Или забить хуй и просто идти сдавать миссию и получить просто немножко меньше опыта. Главное, наверное, на радар смотри, а там уже видно будет. Ну чё на радаре-то? Ну типа на радаре этот оранжевая точка, это типа квестовый. Есть красная точка, есть оранжевая. Обращал внимание, квестовые мобы подсвечиваются. Ну, подожду еще одного леса этой башни. И глянем. Он сдохнет. А мне ничего не подсвечивает. Я понял. Тут еще пассивная прокачка скиллов есть, прикольно.
топи гоблин и гоблин маг. Просто гоблин. Метатель.